Доброе утро, Санек. Доброе утро, наши большие и маленькие телезрители. Здравствуйте, ребята. Доброе утро начинается всегда с хорошего. Что? Настроение. Нет, завтрака. А зубы почистить? Да, ну, зубы, конечно. Это понятно. Ладно, у нас на этой неделе кулинарные выпуски программы, потому что у нас замечательные друзья появились. Да. Данил Щербаков и Андрей Бова. Бова. Ну, мы с ними позже увидимся. Они что-то опять новенькое нам хотят приготовить на завтрак. Пока загадочку я. Пока загадка. Внимание. Я под мышкой посижу и что делать укажу. Или уложу в кровать, или разрешу гулять. Я под мышкой посижу и что делать укажу. Или уложу в кровать, или разрешу гулять. Правильно, присылайте правильный ответ, получайте приз. Ну что, наши друзья. Даня, привет. Привет. Андрей, привет. Привет, друзья. Привет. Ну, кто не знает. Ну, представь. Да, Андрей Бова, шеф. Повар ресторана в Ельцин-центре. Да. И наш маленький, опытный и умелый шеф-повар Данил Щербаков. Привет. Что сегодня? Что-то, смотрите, много как у нас ингредиентов. Мы по традиции сегодня пришли к вам с завтраком. Это хорошо. Приготовим для вас вкусный завтрак. И это будет молочный коктейль с мороженым и клубникой. Уже звучит заманчиво. Да? Чтобы было сытно у нас, полноценный сладкий вкусный завтрак. Да, ну что, шеф? Тебя что, уже зуб заболел от сладкого? Нет? Он в предвкушении. Это наш фирменный коктейль, но знает его вкус. Да. Конечно. Шеф, начинаем? Да. Тогда я прошу тебя порезать клубнику, хорошо? Давай, только аккуратно. Отрезай попку, да, и режь пополам. Так, а я займусь тогда основой для коктейля. А вот, Андрей, у тебя вот какое любимое блюдо? Вот самое. Ой, не могу я сказать, нет у меня такого. Вот я 20 лет уже работаю поваром, перепробовал столько блюд, объездил столько стран, и не могу выделить свое любимое, представляете? То есть ты просто любишь поесть? Да. Вот, молодец. Слушай, а есть блюдо, которое не получается вот так вот, как надо? Не получается, как надо, тесто меня не любит. Друзья, добавляем мороженое, ванильное мороженое. Обычное, простое, в наш блендер. Мы, кстати, на наших мастер-классах в Ельцин-центрах с ребятами делаем даже мороженое сами. Так, мы закинули сюда мороженое. Так. Мы берем сюда клубнику. Шеф, помогай мне. Давай, забрасывай прям вот это все сюда, клубничку. Друзья, мы делаем с клубникой, можно сделать и без. Можно добавить любые другие фрукты, какие вы любите. Можно ягоды, малину. Можно ягоды, малину, обязательно, малину. Очень вкусно будет, банан, киви даже. Теперь добавляем немного, все-таки у нас не мороженое, у нас коктейль. Да. Добавляем немного молока. Молока. Да, немного молока. Вот, и теперь мы сейчас все это будем аккуратно взбивать блендером. Прячься. Да ладно. Даня, прячься. Не переживайте. Вот, сразу у нас цвет меняется. Да. Цвет пошел. Смотрите. Запахи. Скоро до этого дойдет прогресс. Так. Ну что, шеф, как вам консистенция? Нормально? Хорошо, вы довольны? Оставляем? Друзья, очень важно, чтобы наши блюда были, помимо того, что вкусные, они должны быть и очень красивыми. Потому что в первую очередь, конечно, человек кушает глазами. Поэтому коктейль мы просто так вам не отдадим. Мы будем его украшать. Так, шеф. Даня, ты умеешь есть глазами? Конечно. Смотри, как он уже полбанки съел. Да, он у нас полстакан. Не только глазами ест. Так, это мы сейчас берем сливочки. Сливки взбитые, да. Нажимаем вместе. О, вот так вот. Опа, давай второй. Делаем. Вот. Красота. Вот. Ну и это еще не все. А вот эти конфеточки, вот они для чего? Конфеточки, конечно же, ММДМ с орешками. Мы добавим тоже сверху для красоты. Такие огромные. Да, с орехами. Давай, шеф. Давай, шеф, втыкай. Втыкай побольше, чтобы они у нас хрустели. О, красота, сила. Красиво, друзья? Да, все цвета радуги. С утра и настроение улучшается, когда увидишь такой коктейль, правильно? И это не все. Чтобы совсем-совсем хрустело, мы добавим еще шоколадные печенье. Шоколадные. Потому что клубника с шоколадом очень хорошо сочетается. Печенье. Так, Дань, давай. Да, вот. Давай по две прям. Слушайте, ну это ведь на самом деле очень быстро еще готовится. Конечно, конечно, друзья. Все ингредиенты, как обычно, есть в холодильнике. Трубочки. Ну-ка, Даня, пробуй. Так, шеф, давай. Пробу. Снимаем пробу. Барабанная дробь. Тишина. Тишина? Ну? Так, что шеф скажет? Вкусно. Вкусно? Ура! На этом мы заканчиваем. Спасибо. Спасибо, Андрей, Данил, спасибо. Пока-пока. Пока-пока.